Кристиана Эриксона. Я расскажу, в чем дело. В линеечку выстраиваются игроки в красной форме. Рядом с ними 4 футболиста Тоттенхэма. Эриксон и Бен Дэвис у мяча. Эриксон вот так вот резко подает и гол! Наконец, Манчестер Юнайтед он закрывает. 22-й гол Харри Кейна в нынешнем чемпионате и первый в ворота Манчестер Юнайтед. Ногой, опережая Смолинга, переправляет мяч в дальний угол Харри Кейн, как и в первом тайме в дебюте после стандарта забивает Тоттенхэм. Но посмотрите, и подача хороша на бреющем полете, да, здесь Дайер не успевает к мячу и как ногу выставляет аккуратненько по-хоккейному, как будто клюшку. Лучше бомбардир.